Вітаю, в ефірі «Тема дня». І в гостях у нас сьогодні директор інклюзивно-ресурсного центру номер 5 Світлана Гереги. Світлана Олександровна, я вас вітаю. І я знаю, що зараз деякі представники інклюзивно-ресурсних центрів проходять навчання щодо раннього втручання. Наскільки мені знайоме це поняття, раніше воно реалізовувалось в рамках лікарняних закладів, дитячих лікарняних закладів щодо допомоги родинам, в яких з'явилися особливі діти з перших майже днів. А що стосується інклюзивно-ресурсних центрів, ну і взагалі тих, хто до вас приєднався у цьому навчанні, які завдання перед вами стоять у цьому розрізі? Здравствуйте. Действительно, раннее втручание – это не совсем медицинское, это курирует, если можно так сказать, Министерство социального защиты. Угу. Просто так сложилось, что это в Одессе находилось, в детских поликлиниках. Ну, они первые были проводниками этого проекта, который так. Так. Более того, это то, что называется мультидисциплинарная команда. Угу. Это и представители здравоохранения, и образования, и того же социального защиты. Проект, повторюсь, был под эгидой Министерства социальной защиты. В связи с тем, что с 1 января 2022 года инклюзивно-ресурсные центры по дополнением к положению про инклюзивно-ресурсные центры от 27 июля 2021 года будут работать в том числе с детьми от 0 до 2 лет. Тобто до цього моменту ви були цим закладом, який давав свої рекомендації щодо освітнього плану дітям з 3 років, так? З двох. Так, да. Тобто коли вирішувалося взагалі питання, чи йти до ясликів, чи до садочку, далі школа і таке інше. Тобто так. Сьогодні це вже нуль. А взагалі, які ваші освітні рекомендації в нуль років? Ну, мені здається, це взагалі праця можлива з батьками. Вот, совершенно верно. Действительно, скажем так, спеціалісти інклюзивно-ресурсних центрів, ну, морально все-таки не совсем готовы работать с категорией от нуля, угу. Потому что, ну, крайне редко мы, как узкие специалисты, с ними работаем. Крайне редко. Ведь ранний развиток для случайных детей это с трех рочки. Да. Более того, здесь ситуация в том, что под категорию раннего втручания это не попадают не только дети, которые уже, как вы сказали, родились с какими-то особыми потребностями, но и дети, которые потенциально могут в результате каких-то факторов развития, да, приобрести эти потребности. Это, например? Ну, например, многодетная семья, угу. Или пьющие родители, или социально неадаптированные родители. То есть, саме тому це взагалі под гидой социальных служб, так будем говорить. Да, так? На сегодняшний тобто, день. Вони да, виявляють да. потребу. Ну, добре, а взагалі, як виявляється ця потреба? Тобто, хто встановлює цей статус? Соціальна служба, лікар-педіатр? Як вас долучають, на якому етапі і хто? Сейчас, опять-таки, служба ИРЦ, она будет работать параллельно тому mm-hmm. раннему втручанию, которое существует, скажем так, в Украине. Просто сама служба раннего втручания, она как пилотный проект еще пока, да, но она заканчивает свой, можно сказать так, пилотаж. Mm-hmm. Это, в частности, Одесская область. То есть не во всей Украине есть эта такая служба. В первую очередь это будут обращения, конечно же, родителей. Угу. Как и сейчас, да, в пилотном проекте, в первую очередь обращения родителей, так и начиная с Нового года в системе инклюзивно-ресурсных центров. Ну, мне кажется, именно так, потому что само слово «втручание», оно как-то так, ну, полягает собі что-то там зовні, так? А все ж таки инициатива має, ну, на сьогодні. Да. Вона має исходить саме из родини. Так. Да, и вы правильно заметили, что в первую очередь накладывается ответственность на развитие вот в этом возрасте. В первую очередь на родителей, потому что, да, специалист будет работать с ребенком, но опять-таки
Ребенок дома сам, ну, точно не сможет сделать то, что сделал с ним. Домашнее задание. Да, выконывать, да, выконывать и домашнее задание. Но родители не только, ну, не хочется использовать слово «должны», но хотелось бы, чтобы не только выполняли эти задания, но и сама система подразумевает, что родители будут придумывать и адаптировать то, что они увидели. То есть, по сути, родители будут учиться видеть, что у их ребенка не так, а что уже большой плюс, что можно, например, использовать. Тобто, взагалі-то, ці батьки, мені здається, вони будуть навчатися бути корекційними педагогами, реабілітологами, психологами, так? От з вами? Нет, і то з вашими колегами, чи як це? Звісно, ні. Вони просто будуть вчитися бути такими родителями, которые на каждом шагу 24 часа в сутки помогают своему ребенку. А взагалі, от, коли ви говорите, те на кожному кроці 24 години на добу, ну, взагалі, мені здається, найважкіше для батьків, особливо дитини, на першому етапі, коли вони тільки дізнаються, що якась ця проблема, скільки вона буде тривати, вони не знають. Це звикнуся з цією думкою про те, що це дійсно дуже важкий шлях. Ніхто не розраховує на те, що дитина буде народжена з якимись вадами, з якимись проблемами, так? Ну, рідко хто цього очікує. Як з цим навчитись жити? Тобто це саме, мені здається, перше завдання – роботи з такою родиною. Ну, ви знаєте, в цьому відношенні якраз от то, що роблять інклюзивно-ресурсні центри, коли дитина приходить к ним і його починають оцінювати, що ми робимо? Мы ищем сильные стороны, мы ищем то, что ребенок может, среди того, что он якобы не может ничего. Вот наша задача – помочь родителям это увидеть и развить. И вот в именно дитине, для того, и мне кажется, даже в них в самих, у этих батьках, так, в этой родине, найти цей потенциал. Ну, мы понимаем, что випадки могут быть очень разными, и саме на этом раннем этапе, там, первый рік життя, вот мне кажется, ну, який тут потенциал можно розглянути? Ну, почему же? Можно. Конечно, можно. Ну, давайте я приведу такой пример. Пятимесячный ребенок с синдромом Дауна. Первое посещение специалистов. Он лежит, просто лежит, он руки не поднимает, да, он практически не двигается. Он даже головой, не то что глазами, головой не двигает вслед за игрушкой, которая находится над ним и которую передвигают. Да. Это специалисты увидели, да, но в то же время, если эту игрушку мы поднесли немножко ближе к ребенку, появилась уже какая-то реакция, пусть даже глазками на нее. И вот это, в этот момент, да, мы маме говорим, смотрите, он же такая может. Искорка, да, с якой да, может. Конечно, конечно. Вот, ну, вот такие примеры, такие примеры. А какие фахівці из инклюзивно-ресурсных центров мают работать с родиной, так? То есть это реабилитологи, психологи, кто еще? Все. Все, у каждого из специалистов есть своя направленность, да. Психолог, это понятно, это все понимают, да, что, чем занимается. Более того, вот в данной ситуации психологи ИРЦ получат дополнительную нагрузку в виде работы с родителями, ведь они не смогут сказать родителям, нет, я не буду с вами разговаривать, я не буду вас консультировать, потому что моя задача – это только ребенок. Нет, конечно. Да? То есть чи, дополнительная чи, нагрузка. С дитиной не можно разговаривать психологу, мне кажется. Да. Да, тот же дефектолог. Дефектолог – это развитие через игру, в первую очередь, у дошкольников, да? Особенно у малышей. Реабилитолог, понятно, что это двигательное развитие какое-то. Но даже логопед, потому что есть понятие раннего предречевого развития. А это включает в себя те же массажи, та же игра с использованием вербальных средств, звуков, звукокомплексов. Тобто и не логопед будет гратися с дитиною, а логопед вчить батьків. По сути, да. По сути, каждый из специалистов покажет, как можно играть и что при этом так или иначе можно использовать.
Світлана Олександровна, взагалі, от ви зараз проходите це навчання, ваші колеги проходять це навчання, але вже досвід такої роботи ще є, чи це все ж таки тільки на теоретичному рівні, так, і практика буде, ну, лише ось з 1 січня? Чи все ж таки, ну, ви всі люди, і ви всі працюєте вже в цьому колі? Звісно, у нас вже є практика, і практика є, як у кожного із спеціалістів, потому что до того, как они пришли на работу в РЦ, они занимались этим досвидом. Вот так и в работе самих инклюзивно-ресурсных центров она такая практика появилась. Да, где-то примерно, примерно с Нового года. То есть до вас все директора стали обращать внимание, что пошли дети достаточно раннего возраста, то есть до 2 лет, но это говорит о том, что просто система ИРЦ начала работать. И в цьому є потреба, вона себе виправдовує. Я дякую, Світлана Олександровна, зараз частина нашої програми про особисте, так, і моє питання для вас взагалі, коли ви йшли отримувати свою освіту, це було після школи, так, як це ви себе уявляли і чи розуміли, чим вам доведеться займатися в профессиональном жизни? Наверное, правильно сказать, что я уявляла очень отдаленно, хотя, когда я наметила себе цель поступления в Киевский педагогический институт на факультет дефектологии, в частности, отделение логопедии, я все-таки побывала, меня привели в коррекционный логопедический детский сад. Да, я посмотрела, я увидела, мне показали, что это за работа. Скажем так, мне понравилось. Ну, тобто, да, ви собі уявляли, що ви будете навчати діточок, ви там вимовляти якісь букви, звуки, літери, так? Я розуміла, що я буду навчати, але я почти одразу поняла, що буду навчати не буквам, звукам, тому що це був 193-й сад, який першим в Одеській області став таким от логопедичним. І в то время там вже були діти не тільки з нарушением звукопроизношения, а с тем же заиканием, например, или с той же аллелеей, там, моторной, сенсорной и тогда тому подобное. Вот. Но в любом случае, обучаясь в институте, опять-таки мне повезло, потому что, повторюсь, я училась в Киеве, вся практика была в коррекционных учреждениях Киева, да, и я видела, что есть абсолютно разные категории детей. Поэтому, ну, все равно я, наверное, тогда, по молодости лет, я не понимала, насколько много будет работы. Роботи саме із, ну, важкими діагнозами, будемо говорити, так, з важкими... Нелегкі, давайте так, не просто со звуками. Навіть так. Тут знову наступне питання, це ось робота із у цьому напрямку, так. А чи дає вона відбиток на спілкування із своєю родиною? Тобто, звичайна родина, звичайні діти. Мені, мабуть, в цьому відношенні повезло, тому що у мене муж однозначно прийняв то, чим я займаюся, що я достатньо багато часу уділяю не просто дітям, да, ведь я була помоложе, мені хотілося щось знати ще дополнительно. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, у моего мужа были собственные профессиональные интересы, да, мы друг друга понимали в этом отношении. Кожен развивался в своем направлении. Да, да. А дочка, ну, дочка тоже достаточно рано приняла то, что у мамы вот такой интерес. Ну, дочка у меня в результате тоже логопед. Вот. Более того, мы сейчас видим, что, несмотря на то, что у нас внук вроде как мальчик, он явно имеет предрасположенность вот к таким вот играм и занятиям с необычными детьми. А взагалі, чи є потреба, ну, перемикатися? Я розумію, що дійсно ваша робота, вона потребує дуже, дуже багато енергії, уваги, взагалі часу, всього. А ця потреба перемикатись, вона є? Так, звісно. Коли я чувствую, що я вже зовсім устала, лучший отдых для мене – це куди-небудь хоча б на 3-5 днів поїхати. Уїхати в другий город, да, в другу страну, як вийде.
конечно, сходить на какой-нибудь хороший концерт или хороший спектакль, но это тоже, к сожалению, можно там раз в 3 месяца, раз в 6 месяцев, на все же подряд не пойдешь. И, конечно, книги. Да, вот книги, это, скорее, наверное, это первое спасение для меня вот, на протяжении вообще всей кожного, жизни. Кожного дня вдома можна взяти книгу. Так, да. Не кудись їхати. Да. Останнє питання вже дуже коротеньке. Що дуже дуже полюбляєте читати? Що найулюбленіше є? Ви знаєте, наверное, правильніше сказати, любой жанр, кроме скучного. А точнее, не скучного, не интересного. Я розумію, є дуже багато професійної літератури. Вона також потребує часу, потребує як утримати цей баланс між професійною і того, що для душі. Ну, наверное, так. За последние 10 лет, 5 лет, может быть, профессиональной литературы стало, конечно, меньше, потому что, ну, наверное, я перечитала уже все за свои годы работы, но в то же время какие-то, в первую очередь, из области психологии, тот же Роберт Сапольский, да, или Голдберг Элханан, да, то есть про психологию, о психологии. Это, конечно, присутствует. Ну и, конечно, Джулиан Барнс, например, да, или, как я сказала, Честертон, или тот же Жапризо. Да, это художественная литература. Это художественная литература, да? Которая в любой момент готова подставить мне плечо для того, чтобы я переключилась. Я дякую вам, дякую та бажаю успіхів в цих проєктах, до яких ви долучаєтесь. Ми чекаємо на вас ще в цій студії, щоб ви розповідали про нові проєкти. Спасибо. Успіхів. І нагадаю, що в гостях у нас сьогодні була директор інклюзивно-ресурсного центру номер 5 Світлана Герега.